Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Идут двое сироток по далекому пути, по широкому полю. Померли у них отец с матерью, оставили сиротами дочку Аленушку да сынка Иванушку. Вот и пошли они странствовать по белу свету. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Захотелось Иванушке пить. «Сестрица Аленушка, как пить хочется! Потерпи, братец, вот дойдем до колодца!» Шли, шли, дошли до пруда, а около пасется стадо коров. «Сестрица Аленушка, напьюсь я из пруда!» «Не пей, братец, теленочком станешь!» Братец послушался, и пошли они дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает, видят они реку, а возле ходит табун лошадей. «Сестрица Аленушка, как пить хочется! Хлебну я речной водицы!» «Не пей, братец, жеребеночком станешь!» Вздохнул Иванушка, и пошли они дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает, шли и шли и видят озеро, а около него пасется стадо коз. «Сестрица Аленушка, мочи нет, пить хочется, напьюсь я водицы из озерка!» «Не пей, братец, козленочком станешь!» Не послушался Иванушка сестры, напился водицы и стал козленочком. Села Аленушка под стажок и залилась горючими слезами, а козленочек возле нее по травке скачет. Наплакавшись, обвязала она его шелковым поясом и повела за собою. Как-то козленочек бегал без привязи и забежал в сад к царю. А Аленушка, его ищучи, туда же зашла. Слуги увидали и сказали царю, что в сад забрел козленочек, а за ним пришла девица, такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Царь приказал спросить, кто она такая. Аленушка рассказала. «Были у нас батюшка с матушкой, да померли. Остались мы сиротками. Меня зовут Аленушкой, а братца Иванушкой. Шли мы по дальнему пути, по широкому полю, и, видимо, у озерка пасется стадо козочек. Братец не утерпел, напился водицы из озерка и стал козленочком». Слуги доложили все это царю. Царь приказал привести девицу с козленочком и сам расспросил ее обо всем. Приглянулась ему Аленушка и захотелось ему на ней жениться. «Поди, — говорит за меня, — я тебя наряжу в злато-серебро и козленочка не покину. Где будешь ты, там и он». Согласилась Аленушка. У царя ни пива варить, ни вина курить. Скоро сладили свадьбу и стали жить-поживать. И козленочек живет с ними, гуляет себе по саду, а ест и пьет вместе с царем и царицей. Добрые люди, глядя на них, радовались, а дурные завидовали. Вот как-то раз поехал царь на охоту. Откуда ни возьмись, и пришла к Аленушке злая ведьма. Заговорила ее ласковыми речами, заманила к синему морю, навязала ей на шею камень, да и бросила в воду. А сама оборотилась царицею, нарядилась в ее платье, да и заселилась в царских палатах. Никто ничего не заметил, даже сам царь, как приехал с охоты, не распознал ее. Только цветы в саду стали вянуть, деревья сохнуть, трава блекнуть. Одному лишь козленочку все было ведомо. Один он печалился, не пил, не ел, а все ходил около моря, да жалобно кричал. Нелюбо это стало ведьме. Как снова уехал царь на охоту, начала она козленочка бить, колотить, а потом пригрозила ему. «Вот воротится царь, я попрошу, чтобы тебя зарезали». Приехал царь, ведьма так и пристает к нему. «Прикажи, да прикажи зарезать козленочка, он мне надоел, опротивил совсем». Удивился царь, так любила жена козленочка, с собой его поила, кормила, а то вдруг велит резать. Да делать нечего, уж так она упрашивала, что царь наконец согласился и позволил его зарезать.
Велела ведьма разложить костры высокие, навесить котлы чугунные, наточить ножи булатные. Провидел козленочек, что ему недолго осталось жить, заплакал, подбежал к царю и просится: «Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать». Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к морю, стал на берегу и жалобно закричал: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». Она ему из воды отвечает: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень ко дну тянет, шелкова трава ноги спутала, люто змея сердце высосала». Козленочек заплакал и воротился назад. Посередине дня опять просится он у царя: «Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать». Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к морю и жалобно закричал: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». Она ему из воды отвечает: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень ко дну тянет, шелкова трава ноги спутала, люта змея сердце высосала». Козленочек заплакал и воротился домой. Попросился козленочек в третий раз: «Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать». Царь и думает, что бы это значило. Козленочек все бегает на море. Отпустил он его, а сам пошел за ним следом. Приходит к морю и слышит: козленочек вызывает сестрицу: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». А она ему из воды отвечает: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень ко дну тянет, шелкова трава ноги спутала, люта змея сердце высосала». Козленочек опять начал еще жалобнее вызывать сестрицу. Аленушка всплыла кверху и показалась над водой. Царь ухватил ее, сорвал с шеи камень, вытащил Аленушку на берег, да и спрашивает, как это сталося. Она ему все рассказала. Царь обрадовался, пошли они вместе в сад, а в саду все зазеленело и зацвело, и козленочек так прыгает, так и прыгает. Потом от радости перекинулся он 3 раза через голову и снова обернулся мальчиком Иванушкой. А ведьму приказал царь казнить, и сожгли ее на тех самых высоких кострах, что велела она разложить для козленочка. Пепел ее собрали, да по ветру развеяли, чтобы и памяти об ней не осталось. А царь с царицей да с братцем Иванушкой стали жить да поживать, да добра наживать.